Ну а перед началом просмотра не забудь подписаться на канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу вам, что такое эксцентрическая тренировка для увеличения прыжка. Поехали! Эксцентрика – это такой вид мышечного напряжения, при котором происходит то самое напряжение мышц, но мышцы растягиваются под нагрузкой. Эксцентрику мы с вами можем видеть во многих атлетических движениях. Это, допустим, спрыгивание с какой-либо высоты, подсет во время прыжка с места и амортизация после постановки ноги на опору во время спринта, резких перемещений и ускорений. Для чего же нужна нам эта эксцентрика, спросите вы? Тренировка эксцентрической силы позволяет нашему организму аккумулировать большее количество внешних сил. Эта способность очень хорошо скажется на предотвращении различных травм, а также увеличит показатели в прыжках и беге. Сегодня я покажу вам самое универсальное эксцентрическое упражнение для прыжков. Спрыгивание в глубину с тумбы или с какого-либо возвышения. Наша с вами задача для начала найти какую-либо тумбу высотой 20-40 сантиметров, встать на нее ровно и затем выполнить сшагивание с нее. В воздухе подставить одну ногу к другой и выполнить приземление. Приземляемся мы с вами обязательно на носки, чуть-чуть в таз, спина при этом ровная, никаких горбов быть не должно. Оказываемся в положении четверть приседа, это когда у нас бедро находится под 45 градусов относительно пола. На пятки мы с вами не переходим, так как упражнение потеряет смысл. Выполняем такое упражнение 2 раза в неделю в объеме примерно 40-50 спрыгиваний за тренировку. За один подход рекомендую делать не более 5 спрыгиваний. Постепенно увеличиваем высоту тумбы для того, чтобы аккумулировать большее количество внешних сил. Если вы будете вечно топтаться на одной высоте, то толку от этого не будет. Вам нужно постоянно прогрессировать. О прогрессе в эксцентрической тренировке я сниму еще отдельное видео. Выполняйте это упражнение с умом, без фанатизма, и вас непременно буду ждать высокие результаты. Ну а на сегодня все, друзья. С вами был я, Кругликов Семен. Пока!